Ребята, снимаю туристов на горнолыжном комплексе Мишина гора. Мишина это, наверное, не мальчик Миша, а Миша-медведь. Вот девчонки где-то углядели, вот этот белый, да, что ли? Да, на камне. Вот, стоит. Миша сидит на камне. Что, он спиной к нам сидит? Понятно. Ты куда ты? Я хотела поехать, так я не знаю, я только... Я не знаю, как это по времени. Вы надолго? Вы зачем? Оль, махай хоть ручкой, тебя сниму. Это Оля на фоне... Ну, махай ручкой-то. Ой, Татьяна Анатольевна обязательно загородит всю. Чего? Я снимаю Олю на фоне Мишиной горы. Это Татьяна Анатольевна на фоне Мишиной горы. Ой, господи. Так, это горнолыжный комплекс Мишина гора. Еще раз. Это район Белокурихи. И это Белокуриха 2. Есть Белокуриха 1, уже давным-давно развивающийся курорт. Белокуриха 2, вот они его весь строят, создают, строят. Там сидит где-то Татьяна, вот Татьяна сидит на горнолыжном курорте Мишина гора. Угу. Зимой приедем, да, сюда. Здравствуйте, товарищи, да. Здравствуйте. Зимой приедем сюда кататься на горных лыжах, а пока мы так поглазеть. Ну, смотрите, все так мощно понаделали. Смотрите, люди ушли с китайским зонтиком в горы. Куда-то они в горы пошли. Может, там тоже другая трасса. Ну, может, там не трасса, может, там какая-нибудь турбаза, они там живут. Ну, просто, может, ну что, так, все сели, я поехала. Тропинка, может, цепляйте, что ли, девочки? Девочки, нет? Смотрите, какая блинная красивая, может, блинная. Какой там вот тут все, да, так оформлено. Да. Наверное, подъемничек будет в свое время. Все строится, все в процессе. Ну, дорога вот до этого места, по крайней мере, построена. А тут вот, видите, опять что-то накатано, возможно, здесь что-то тоже сделают, построят. Вроде как где-то должен быть подъемник, но подъемник мы не углядели. Едем мы обратно. Дорога вообще супер-супер. Она, конечно, да, достаточно красивая. Не зря ее хвалили. Проехать стоит, если вы на машине, если вы окажетесь в Белокурихе, просто скатайтесь до Белокурихи 2, даже если здесь не будете жить. Хотя здесь какие-то уже парк-отели построены, то есть можно, наверное, и здесь уже поселиться. Но мне кажется, в основном Белокурихи веселее. Во-первых, там всякие кафе, магазинчики и люди. А во-вторых, здесь как бы, может, людей меньше, но здесь опять все в стройке, это как бы немножко это, ну, как бы, снимает курортное ощущение. Лучше без стройки. Вот видите, все строится, строится, создается. Но потом, наверное, будет очень, конечно, ухожено, красиво, значимо. Как-то так. Ух, в какую мы горку лезем. Как-то это... Сейчас пойдет серпантинка, и нам по ней надо как-то спуститься еще будет. Как-то... А еще здесь вот так ездят. Красота.